доставкой занимается, у меня не один адрес доставки по городу. Ну, если до 4 часов поставлю, нормально будет? До 4 часов будем успеть. До 4? Ну, пораньше нельзя, да, Ника? Скорее всего, не получится. Ну, давайте до 4 часов. Оплата обязательно наличкой, да? Так, ну, если день в день, оплата, то да, наличными. Потому что счет выписать деньги не получится, и сам счет нужен. Ну, там договор, все будет, да, документы подтверждающие? Квитанции? Так, на что он там договор? Ну, квитанции в оплате, да. Ну, смотрите, мы курьерская служба, мы защитный прав потребителя отношения не имеем, но доставляем только от них вот эти вот комплекты. То есть у нас, смотрите, наш курьер приезжает, он приносит вам вот эти комплекты, 4 комплекта в заявке указано. Выписывает квитанцию в оплате на сумму, то есть 8000 рублей квитанция в оплате будет. И там в каждом комплекте... Ну эти квитанции, вы же знаете, они сейчас не действительно. Онлайн-кассы, там чек и так далее будет у нас, да? Чека нет, чека не будет. Как это чека нету? Если вы Роспотребнадзор, тем более, как это от Роспотребнадзора, да чека нету? Ну что это вообще несерьезно как-то? Это не Роспотребнадзор. Что это не Роспотребнадзор? Как не Роспотребнадзор? Мне только что звонили с Роспотребнадзора и сказали, что... Это не Роспотребнадзор, наверное, не так поняли. Как не так поняли? Проверка Роспотребнадзора, юридический отдел вам перезвонит, сказали сейчас. Да, у нас реализуются эти брошюры. Это не региональная общественная организация службы защиты прав потребителей, это москвичи, это не якутское отделение Роспотребнадзора. А какое имеете вы тогда право делать у нас проверки? Какое право? Я вам объясняю, что мы курьерская служба. Ну вы так и скажите, что это Разводилово на брошюры просто и все. А? Я правильно поняла? Что? Я правильно поняла, что это просто развод на брошюры, да? Так, ну, я не знаю, мы доставкой занимаемся, у меня проверка на Айдунского 6/1. От кого? То, что заказали брошюры. От кого? Договор тогда там на кого будет, от чего имени? Там нет никакого договора, там есть свидетельство на 3 года обслуживания, то есть что этих меня нет. Так мне только что вот якобы юридическая служба Роспотребнадзора сказала, что будет договор, и спрашивала, договор сделать на 3 ваших разных предприятия или на 1? Я сказала, на 1. Ну, не их уточнять надо, потому что мы никакой договор не выставляем. Мы выставляем какой-то комплект, если квитанцию выплатим. Все с вами понятно. Хорошо. Все понятно. Ничего нам не надо. До свидания.